Базар ТВ представляет. Нажмите на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о наших новых видео. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ, гостям, моим подписчикам. И в этом видео мы рассмотрим YouTube Go. YouTube Go — это специальная версия YouTube для слабых бюджетных устройств, а также старых смартфонов получается. Что-то как-то экономно. К примеру, Samsung Galaxy Core 2, Android 4.4.2, кстати, четвертые андроиды доживают свои последние дни. Как-то компания Google уже прекращает поддержку старых андроидов. Это очень плохо, на мой взгляд, что придется пользоваться современными андроидами с лучшими характеристиками. Но, тем не менее, у нас YouTube Go, так что открываем YouTube Go. Это получается лучшая замена отключенных серверов старых ютубов, приложений YouTube, легковесных в то время. Как видим, тут попадаются случайные видео. Ваши каналы – это список ваших подписанных каналов, то есть каналы, на которые вы подписаны. Так, это потом будет. Подписки – это новые видео с подписанных ваших каналов. С ваших подписанных каналов. Главное, и скачанное, тут все просто. А попадав в видео, сколько тут в хранилище телефон свободно, экономия трафика, стандартное качество и высокое качество. Кстати, только что случился прикол. Это видео посмотреть что-то не удается. А еще скачивайте видео и смотрите их без доступа к интернету. Чтобы ролики оставались доступными, нужно время от времени подключиться к сети. Все просто. Попадав на аватарку, это настройка аккаунта и приложения. Обновить приложение, настройка языка, автовоспроизведение, телефон, рекомендованные видео, настройки канала и так далее. Вот такие вот настройки. А сейчас для демонстрации я забью в поиск Базар ТВ и продолжу. Вот Базар ТВ. Что интересно, своих видео-то не найти, кроме как в поиске вбить свой канал и все. Вот, пожалуйста, Базар ТВ, сколько-то просмотров, описание, все видео. Вот откроем все видео. И что же видим? Ну, как видим, наши видео. Что у нас тут по троеточиям? Информация о видео и поделиться. Откроем-ка видос. Тут видите, к примеру, экономия трафика и стандартное качество. Высокое качество не во всех видео. Предпросмотр получается. Такой вот предпросмотр. И кнопочка «Смотреть». Вот «Смотреть». Облегченный YouTube. Все дела. Базар ТВ представляет. Нажмите на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о наших новых видео. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ, гостям, моим подписчикам, и продолжаем рассказывать о различных бытовых вещах, которые у нас. Итак, сегодняшний обзор пойдет речь о утюге Philips Azure XA Plus модели High 515. Вот такое вот простейший YouTube. В YouTube Go, в данном случае вот так вот, нельзя ставить лайки, а комментарии даже вообще не предусмотрены в YouTube Go. Именно во всех видео не предусмотрены комментарии и лайки. А так, тем не менее, простейшее приложение – это замена отключенных серверов легковесного тогда приложения YouTube. Все понятно, опять же, четвертые андроиды доживают свои последние дни, а YouTube Go — это вообще получается упрощенка.
К счастью, YouTube Go встала на 4.4.2 Android. Вот такой вот YouTube Go. Всем большое спасибо вам за внимание. Всего доброго и до свидания.